Рисованные миры. В Киеве стартовал международный фестиваль анимации «Линолеум». Его проводят уже 12-й год подряд и в четвертый раз в украинской столице. Программа 2017 года включает в себя 250 фильмов. В ней представлены международные и национальные конкурсы, а также специальные показы в честь 90-летия украинской анимации. Герои и злодеи. Такую тему фестиваль анимации «Линолеум» выбрал для себя в этом году. Покажут 250 фильмов. Среди них работы из 20 стран, вошедших в международный конкурс. Отдельно азиатская программа с мультфильмами из Тайваня, Филиппин, Индии, Китая и Японии. Уровень международной программы очень впечатлил меня. Очень много сильных работ. Я несколько раз пересматривал, возвращался к ним. Программа очень актуальная. «Линолеум» — это средство современного мира анимации. Видно, как из года в год меняются общемировые темы. В рамках спецпоказов две ретроспективы главы жюри, режиссера и художницы Бади Минг. Тут же национальная премьера ее новой работы «Мапа Мунди» о древней карте мира, найденной в Украине. Ей 15 тысяч лет. Она высечена на кости мамонта. Ее нашли в Межиречье. Так что поздравляю вас. Украина подарила миру самую древнюю и важную карту мира. Мне чрезвычайно приятно быть в вашей стране еще и потому, что мой любимый творец кино Сергей Параджанов, который много лет проработал в Украине. Национальный конкурс в этом году вынесли отдельной программой. Он представлен 18 работами украинских аниматоров. Очень значительные и сильные шаги в украинской анимации. Мы очень четко понимаем, что огромное значение надо уделять в том числе и поиску новых талантов, и направлению фестивальной анимации. В программе и специальные показы к 90-летию украинских мультфильмов. Это немые картины 20-х годов в сопровождении живой музыки, первые звуковые работы 1930-х, а также диафильмы. Они хранятся в центре Довженко не только в виде пленок. Есть и сами рисунки, которые потом были пересняты. Некоторые из этих мультфильмов – авторство выдающихся художников. Мы совершенно случайно узнали, что некоторые из них были созданы Тиберием Сильваши. Мы их покажем в рамках фестиваля. Представлена и детская программа. Она включает около 40 фильмов для малышей. Всего фестиваль продлится 4 дня. Любовь Задорожная, Петр Галка, UATV.